Здорово, мужики! Сегодня у нас в выпуске Forest Runner, приключения шестеренки, двоюродный брат Марио, логический пазл, овечья головоломка и невероятно сказочная адвенчура. Приступим! Run Forest Run – это раннер по великолепному фильму Forest Gump. Вы сможете пережить лучшие моменты жизни персонажа, отправляясь в увлекательный забег по всей стране, преодолей знаменитую трассу 66. Летай, прыгай, катайся и беги, Форест, беги! Аксел можно смело назвать головокружительным платформером, главным героем которой является маленькая шестеренка, ищущая свое место в огромном мире механизмов. В игре яркая художественная графика и необычный геймплей, затягивающий на долгие часы. Tony's World — это, как я уже говорил, двоюродный брат Марио. Ну, после Луиджи, разумеется. Клонов-водопроводчика мы повидали немало, а вот достойных не было. А теперь есть! В игре сочная графика, удобный геймплей, качественная анимация, 75 захватывающих уровней и еще много-много нового, что приятно удивит даже ярых фанов усатого работяги. Так мало можно сказать про Hectris, и так долго в нее можно играть. Перед тобой что-то вроде Тетриса. Цветные блоки стягиваются в центр, и тебе нужно повернуть фигуру так, чтобы каждый блок присоединился к своему цвету. Но сделать это нужно до того, как блок преодолеет серую грань фигуры. Эх, ничто так не затягивает, как простой геймплей и непростая задача. Shipway Home – веселая игра, сочетающая в себе задачи на логику, интеллект и физику. Суть игры проста, как сельская девка. У тебя есть три овцы, разные по размеру, силе и весу. Но у них есть общая цель – перебраться на другую сторону. В общем, с этим ты им и будешь помогать. Ну и последний, глубоко уважаемый гость нашего выпуска – Broken Age. Игра, про которую не хочется говорить словами, хочется, чтобы каждый прочувствовал ее сам. Блестящая рисовка, диалоги, достойные цитирования, море добротного юмора, сильный сюжет, непередаваемая атмосфера и интересные задачи. Все это и еще больше ждет тебя в Broken Age. Скажу лишь, что такую адвенчуру не должен пропустить ни один зритель Mob.ua. Так что качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу, если ты настоящий мужик. Будь мужиком, блять. Это был обзор от Mob.ua, и я Трэш. До встречи.